Доброе утро. Доброе утро. Приветствует вас Турция. Как дома? Петушок поет. Я вот хотела показать вам вот эту картинку. Море сегодня просто такое ласковое, такое хорошее. Он лодка едет, наверное, на рыбалку. Кто-то едет. Супер. Так, мы идем пораньше на море. Хочу под водой там посмотреть камешки. Так что пойдемте вместе с нами. Позавтракали мы. Я взяла вам на тарелочку грейпфрукт, апельсины, двух видов грейпфрукта, потому что как-то и не кушаем цитрусовые в Турции. Вот полежим на пляже, да покушаем. Так что мы пришли лежаком. Ну, есть, конечно, позаниманные с вечера, это те, которые считают, что вообще совсем плохо с местами. И сейчас идем в море. Я сейчас хочу одеть футляр и попробовать там поснимать, ну, камешки вам показать, какое дно. Вчера вечером это просто, ну, сказочное. Море спокойное пока. Так что идемте. Ну, пойдемте. Ой, Саша, ты одеваешь кепку? Я говорю, да не, пока солнце не паленое, не буду одевать кепку. Конечно, тут надо кепку одевать. Ой. Вы видите? Вы видите то, что я вижу? Ой, какая красота! Какая ж красота! А где мой Саша? Он там собирался с пирса прыгать. А где он? Просто классно, ребят, такие фоточки, представьте, ну солнце светит, вот так повернулось. Какая красота. Тут надо немножко просто, видите, я на шею привязала, немножко отпустить, потому что сильно близко. Вы думали, я с вами дырну? Да, нема дураков. Я уже замурилась, и так голову мыть просто. Волосы вернее. Сейчас я удлиню немножко этот хоботочек. Теперь, видите, я могу далеко вас отпускать. Ай, какая красота. Какая красота. Я имею в виду море. Нет, не... Так идет мой водолаз. Ты, может, с пирса будешь прыгать или тут? Что, заходи. Как хочешь. Говорит, босиком заходите или как? Плыви до мене. Ой, тут такое дно, ну, прерывистое. Это же, наверное, не слышно ни хрена. Под водой? Нет, ну когда вот тут я говорю. Давай, ну в целлофане, давай, плыви ко мне, я тебя сниму, давай. Сейчас. Я буду тебя под водой снимать. Меня наверх выталкивает. Не доплыл. Не доплыл, Санек, не доплыл. Не доплыл. Вот, смотри. Подожди, я ж так... Стой, стой, стой. Тут такие камни были. Тут камни, стань на камень. Вот оттуда надо нырять, там где глубина, Саша, вот оттуда. Тут очень это...
Ну давай. Давай на меня. Три, четыре, давай, ныряй. Ихтиандр слабый. Слабый совсем. Ихтиандр вообще ослабел. Поплыли туда, к этому. Да тут дождь, ёлки, блядь. А мы... Саша держит меня для фотографии на руках. Крепко меня держи, Саша, крепко держи. Сейчас сделаем фотку. Курить меньше надо, дыхалка слабенькая. Слабенькая дыхалка вообще. Плывем сейчас прямо к людям. Выталкивает наверх вода. Понятно. Вода чистенькая, смотри. Вот так, видите, вот прямо. Плывут люди навстречу нам. Два корабля. Давай тебя на парашюте запустим. Ты что? Чтобы запомнить тут на всю жизнь? Я в том году не летала, а в этом полечу, конечно. Ветра нет. Да спасибо тебе. Если ветра нет, то ты плавно шапнись. Чего я в тапочках? Потому что камушки бьют. Вместо ласток. Да. Видите, как я умею выныривать с сухой головой? Да! Я умею. Видите, как я плыла, плыла под водой, и волосы сухие. Волосы сухие, да-да-да. Вон он. Ихтиандр. Ихтиандр, Санечек, вон он. Ой, очень замечательно. Поплыли дальше туда, поплыли туда, до буйков, Сань. Поплыли до буйков, покажем там глубину. Любим плавать туда, к буйкам. Плывем к буйкам.
что-то не хочет слушаться, не выключается. Наши любимые буйки. Здрасте. Здрасте. Вот эта вот гора ночью похожа, видишь, как мужик выглядит, нос его там вот. Получается плохо уже. Еще раз ныряем, да? Нету резкости, блядь. Что-то мне тут стекло это при... Ну ладно, тут сниму, там посмотрим тогда. Сейчас пойдешь, вытащишь чехла и в сумку кинешь, ухай ему там. А чехол надо, чтобы аккуратно. Только надо полотенце вытерть. Mm-hmm.